Всем привет на канале Припресс. Сейчас мы будем переносить таблицу из Excel в InDesign для того, чтобы можно было отдать на печать PDF по требованиям типографии. Итак, исходные данные. У нас дана таблица в Excel. Нам надо ее перенести в InDesign. Как нам это лучше всего сделать? Первое. Если мы будем помещать таблицу Excel, то у нас не сохранятся форматирования. Поэтому, не знаю, может быть, кто-то и знает, как сохранять форматирование, настраивать стили. Но я этим не заморачиваюсь, потому что я считаю, что лучше сначала перенести из Excel в Word, а потом уже подогнать в Word более-менее таблицу. Смотрим, у нас ячейки большие, непонятно вообще какой вид. Поэтому лучше всего это перенести всю нашу таблицу в Word, а потом уже помещать Word в InDesign. Выделяем нашу таблицу. Я по ячейкам это делаю. Сейчас я, наверное, включу клавиатурные сокращения. Так, клавиатурные сокращения включил. Итак, выделяем наши столбцы. Оно выделяется всю нашу табличку, всю причем, абсолютно всю. Ctrl-C, копируем. Открываем новый документ Word. И вставляем. Ctrl-V. У нас получается такая вот безумная таблица в Word. На 89 страниц. Что мы будем с этим делать? Выделяем всю нашу табличку. Наверное, даже так. Есть такая штука — автоподбор. Автоподбор по содержимому. Это оно что-то там подобрало. Но мы видим, ячейки наши еще до сих пор большие. Для того, чтобы можно было с ячейками работать, я, наверное, вот это сейчас удалю. Вот. Я выделяю одну. Потом мотаю вниз. И выделяю последнюю строчку. Последнюю, которая нам надо в таблице. Это у нас в данном случае 74.15. Я зажимаю Shift. И оно выделило наши строки. Правой клавишей. Свойства таблицы. Строка высота я поставлю 0,5, например, так мне просто легче будет. Окей. Вот, все, оно у нас таким образом сделалось. Ну, теперь нам достаточно этого всего делать для того, чтобы поместить в InDesign. Все лишнее я уберу здесь. Это по договоренности с заказчиком. Я спросил, они сказали, это нам не надо. Хорошо. Не надо, так не надо. Ну, более-менее понятно. Сохраняем. Выбираем, куда мы это будем вложить. Сохранить код продукта. Открываем наш InDesign. Это у меня шапка уже была готова. Ну, вам не стоит пока поэтому случаю напрягаться. Ctrl-D помещаем в файл наш, который был сделан. Он открыт. Сначала его надо закрыть. Окей, Ctrl-D. Код продукта. У меня включены Import Options. По большому счету мы можем сделать тут свои стили. Presets. Ну, я этим не занимаюсь. Это мне не очень интересно. Можно сделать просто как текст поместить. В данном случае тоже это не надо. Нажимаем ОК. Ну, у нас такая огромная получилась таблица. Которую надо потом вручную подгонять.
Также сразу исправим текст. Я выбираю Myriad Pro. Myriad Pro Regular. И шрифт 9, наверное, потому что нам надо на двух страницах, во-первых, это сделать. А в данном случае очень много, очень-очень много текста. Подгоняем так, как оно есть. И еще момент. Заказчик сказал убрать вот эти вот заказы того в евро. Мы delete column. И у нас удалилось все. Но это лучше делать в последнюю очередь. Для чего? Для того, что мало ли, может там какой-то текст, вот этот. Ну, у нас есть слитые ячейки. Поэтому для того, чтобы не было каких-то нюансов, лучше это, от этого избавляться сразу. Вот. Unmerge. Вот оно в первой ячейке. Если бы оно было в той ячейке, то тогда было бы все печально. Вообще, конечно, лучше сразу взять tag и unmerge cells. Тоже как вариант хорошо, но, видите, портит все. Поэтому я буду аккуратно с этим всем поступать. Пока оставлю эти лишние ячейки до того момента, пока будет понятно, что мы ничего лишнего не удалим. Так, поехали дальше. Шифтом оно наш текст разгонит дальше на все остальные странички. Ну и пока 4, и будем, не знаю, как я это буду делать, как это все буду сокращать. Ну, буду мучаться, короче. Также условие, чтобы вот эта вот шапка была всегда наверху. Давайте пока у нас есть текст. Ага, понятно. Но если не в рамках фрейма, то табличка не выделится. Наверное, я пройду по этим заголовкам и unmerge сделаю, чтобы точно знать, что оно ничего не удалится. Так, это нам не надо. Unmerge. Unmerge. Оно в самом начале, видите? Ctrl A, Ctrl C, сюда Ctrl V. Есть. Вначале. А потом, когда удалю эти строки, удалю лишние столбцы. Ага, здесь unmerge уже. Unmerge. Ну, по факту получилось так, что можно было просто взять и удалить эти лишние наши столбики. Заказ у того евро еще какие-то прицепились от delete. Есть, все. В данном случае мы подогнали это дело. Есть, теперь можно спокойно сделать обратно merge. Пройдемся по остальным нашим. Merge. Show hidden character, чтобы посмотреть, что у нас лишнее. У нас тут были лишние знаки Enter. Это мы тоже объединяем. Линия препаратов. Ну, опять же, никто работать с Excel толком не умеет. Поэтому
Ну, я имею в виду про заказчика. Надо проверить, Natural Medicare, что они пишут. Или Natural Medicare, линия препаратов. Да, выделено синенько, все. Форматирование у нас, в принципе, осталось на месте. Что мне не нравится здесь, что идет разделение. Вот пустые места. То есть, скорее всего, ну, как-то где-то там не продолжается. То есть, мне надо, чтобы здесь оно продолжалось. Вот таким образом. Но оно не продолжается, потому что это считает одним блоком. Вот, Phytocare. А, ну, все правильно. Это одна таблица. Поэтому надо все подгонять на двух страницах. Не знаю, как это будет выглядеть, как это будет работать. Ну, это можно ли впихнуть невпихуемое. Будем стараться. Ну, я продолжу нашу. Сейчас мы, наверное, ускоримся немного. Чтобы можно было не тратить время на мою возню. Я пока так можно поставить обратно раз. Очень важный момент. Заказчик хочет, чтобы этот текст шрифтом, кстати, линия таблички границы, ну, допустим, столбиком. Оно не поднимает те, что справа, то без шрифта. Оно сдвигает влево вместе с этим. Код продукта. На RadMerg сделаем. Ctrl-X, Ctrl-V. И закрасим таким же цветом. Так. Это, наверное, мы чуть больше сделаем. Очень хочется, чтобы оно занимало меньше места, но, как показывает практика, желание заказчика не всегда удовлетворяет желание дизайнера. Дизайнеру всегда приходится что-то вытворять, чтобы можно было сделать нормально. И, скорее всего, придется нам еще уменьшать шрифт, потому что у нас оно не влазит. Шрифт сейчас 9. Я, наверное, сейчас сделаю 8. Также здесь мы можем этот шрифт делать, конечно же, больше. Потому что по ширине у нас все в порядке, а вот по высоте у нас проблемы. Еще уменьшу. Есть. Открываем табличку. Вернее, инструменты для работы с таблицей. Shift F9. Клавиатурное сокращение. Можем уменьшить расстояние. Вверх-вниз, лево-вправо. В данном случае нас интересует вверх-вниз. 1 мм. На линке уменьшает везде и по-своему. Поэтому даже, наверное, 0,5 сделаю вверху. 0,5 внизу. Так, есть. Вот это нам надо сделать так, чтобы оно было как можно меньше. Как это лучше сделать? Выделяем наши строчки и пытаемся их уменьшить. 74,15. Вот наш последний, так что мы не переживаем. Листы наклей. А не хочет. Все вместе, потому что у нас есть не слитые ячейки. Лучше вот так вот сделать. Только одну выделить, которая у нас постоянная. Без анберген. Так, ладно, это у нас 5,
Пусть у меня 4. 4, хорошо. Все равно мало. Если 3,5. Сжато, капец. Ну, это как они, как притча или басня. Можно ли из этого куска кожи сделать 10 шапок? Конечно, можно. Поэтому заказчик всегда оказывается прав. 3,5. Ну, это не факт, что последняя редакция. То есть у нас еще есть немножко полмиллиметра вверх-вниз. 3,5. До конца не сделал. Надо до конца сделать. Остановиться, пушки. 3,5. 3,5. Так, последнее у нас пихнули, короче. 3,5. Есть. Ага, еще один кусочек. Ну, мы попробуем, во-первых, вот это подвинуть. Вот это подвинуть. Тоже, кстати, можно, наверное, сделать их 3,5. Чтобы не парить мозг. Вряд ли оно сработает, потому что я еще выделил первую строку. 3,5. Хорошо. 3,5. Ну, еще один кусочек осталось впихнуть. И тогда можно уже дальше заниматься остальным форматированием нашей работы. 3,5. Уж извините, как получится. Сокращать никто не собирается, поэтому исходим из тех данных, которые у нас есть. Это мы можем смело удалять. Control Backspace. Дальше мы освободили 4 странички на 2. Теперь у нас спокойно можно удалить лишнее. А вот у нас еще кусок. Я не знаю, как с этим бороться. Можно сделать это, перенести туда. Можно тогда потом чуть-чуть уменьшить. Так, MR Cells. Видите, оно сразу же перенеслось сюда. Мы делаем финт ушами. Мерга. У нас Natural Medicare остается здесь. То же самое Мерга здесь. Сейчас еще один там есть нюанс, который придется заново делать. Его. Это надо было сначала сделать. Я протыкал. Так, верну назад. Вот, у нас есть шапка, которая должна повторяться на всех страницах нашего прайса. Как это сделать? Table, Table Options, Headers and Footers. Сколько должно быть на футере колонок должны пересекаться на каждой новой странице. То же самое должно быть. Окей. Ctrl-X, Ctrl-V. Все, мы вернули назад. Теперь смотрим на нашу новую страницу. У нас шапка повторяется. То есть она будет повторяться с каждой новой страницы. Итак, ага, нам еще вот это надо оставить. Там же. Поэтому мы это немножко сдвинем еще вниз. Там мы перенесем немножко Natural Medicare вверх. И
все будет хорошо. Потом мы пройдемся по цветам, чтобы оно было в порядке. Так, а теперь можно разделять. Анмерги. Половина перенеслось туда. То количество, которое вмещается в мерги. Мы ее потом на две строчки, наверное, сделаем. Потом это нам надо скопировать сюда. Потому что это тоже у нас продолжение Medicare. Ага, понятно. Как это сделать? Cell options. Текст. Ну, можно и так. Можно вот так вот. У вас на верхнем меню есть. Потом цвет. Ой. Оно неправильно взяло. Вот. Теперь правильно. Идем дальше. Ну, в принципе, оно у нас тут хорошо, нехорошо. Препараты для домашнего ухода. Так, уберем. Так, поставим так, это оно посерединке выравнивается, то есть до того было верхнее, и тяну вверх, а после применения оно стало посерединке. Так, это у нас шрифт 17, ну давайте тоже 17 сделаем, наверное, много будет. Какая-то друг на друга накладывается, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну так что для чистоты эксперимента. Вот, все в порядке. Так, clear and mate тоже 17. Много. Получилось 13. Natural Medicare. Межстрочное расстояние уменьшил, но более-менее стало нормально. Так, сделаем везде 13 шрифт. Чтобы оно не выбивалось. Можно на... Там у нас белый. 13. Препараты для косметолога. Бла-бла-бла. Да. Хорошо. Иногда сравниваю это все с исходником. Для того, чтобы не было... Потом вопросов ко мне. Код продукта. Шапка осталась. Все хорошо. Можно теперь немного увеличить вручную, чтобы эти заголовки были не такие сливающиеся. Но оно сейчас будет слезать. Экспериментальным путем добиваемся того, чтобы у нас было все ровненько, одинаково. Ну, чтобы одинаково, конечно же, надо поступить правильно, а именно 5,2, ну пусть будет 5, и везде делаем 5, и тогда мы будем спокойны в нашем перфекционизме. И заказчик не будет долбать мозг.
нижняя у нас же 3,5 миллиметра, а верхняя у нас 5. Все ровненько, аккуратненько, замечательненько. Для того, чтобы посмотреть целую в целом картину, нажимаем W. Смотрим, что у нас происходит. У нас после Excel'а куча всего намазано. Это должна быть табличка, потому что это будет предоставляться в салоне красоты или где-то они будут это все делать. Ну и получается так, что печально. Кстати, сделаем тут тоже наши 5 миллиметров. Вот на той стороне сделал, а на этой не сделал. Это неправильно. Надо, чтобы везде было все одинаково. Препараты. Ну, пусть будет так. Извините, что прыгаю туда-сюда. Это... По-живому. Показываю. Задача стоит, ее надо сделать. Времени на репетиции, честно говоря, не было. За что прошу прощения. Так, отключаем W и выходим из режима просмотра. Что мы, на чем мы остановились? Нам надо сделать все линии, чтобы можно было потом находить ту или иную позицию, тот или иной артикул, как надо. Поэтому выделяем нашу табличку. Вот у нас есть таблица, окошко для работы с таблицей. Это у нас выбираются все ячейки, и мы на них можем поставить там 0,5 миллипункта. Выбираем solid, выбираем черный цвет. Вот оно всю таблицу применило. 0,5 пункта, solid. Можем даже перейти на режим. Ну вот мы уже в режиме W просмотра. Но 0,5 пункта черными, я считаю, вполне нормально. 0,25 это уже слишком тонко. Но опять же, это надо опытным путем понять, как лучше и как лучше. Просмотрим это все дело. Ну, мне нравится. Ага. Здесь забыл. 13. Чего мы тут заезжаем? А, это просто глюк. Глюк монитора, извините. Здесь оно по полной ширине. 13. 13. Ну, выше. Не знаю, наверное, при записи оно все нормально показывается, а у меня съедается по словам. Наверное, я отсюда уберу этот. Просто пусть будет так. Более красиво, чем... Так, с этим разобрались. Красиво, красиво. Что не нравится, скажут. Здесь, конечно, большое, ну, что ж ты поделаешь. Вроде все. Да, переходим теперь к нашим цветам. Смотрим. У нас, допустим, вот наш малиновый цвет. Посмотрим, что это за цвет и что у нас перенеслось после Excel. Обратите внимание, из Word, да, Excel, Word, а потом уже в InDesign. Обратите внимание, у нас здесь RGB. То есть любая типография, она завернет о том, что, скажут, что попухли там все. Поэтому мы будем сейчас избавляться от этих ненужных цветов. Как от них избавиться? Избавиться от них вполне очень просто. Итак, наши цвета. Word
RGB. Нажимаем на трехцветный квадратик, выбираем самый простой способ. Выбираем ЦМИК. Можете подправлять, можете не подправлять. Нажимаем ОК. Теперь у нас это все в таком виде. И в данном случае я бы просто пробежался по всем текстам. Это у нас тоже берем ЦМИК. ЦМИК, но совмещенный черный нам не нужен, поэтому везде выбираем 100. Как вариант, мы можем его убрать, удалить и назначить Define Swatch Black. Как вариант. Word красный. ЦМИК. Окей. Теперь у нас ЦМИКовские. Можно, кстати, этого не делать. Просто сделать ЦМИК. Вон что. Понятно, оно было выделено, я начал это, убираем выделение, извините, затупил. Просто выбираем ЦМИК. Это у нас серый. ЦМИК 00020, например. Темный серый, его 40 делаем. 0.40. Серый мы его 40 сделали, зеленый. Просто ЦМИКом сделаем. Наверное, он видоизменится немножко, потому что RGB и ЦМИК разные имеют цветовой профиль. Мне не нравится еще. Так, есть. Выйду из режима просмотра. И продолжим. ЦМИК тоже. Желтый квадратик означает, что в ЦМИКе такого оригинала нету. Поэтому будет немножко видоизмененный цвет. Сейчас это не для брендовой продукции, это для местного. Поэтому я сильно не подгоняю эти цвета под корпоративные. Это будет печататься на обычном принтере. Но наша задача избавиться от RGB. Есть оранжевый. Где он там оранжевый, не знаю. ЦМИК. Ага, таймлесс. Так. ЦМИК. Тоже ЦМИК. Будет таким. Рабочая одежда. Что-то у нас тут еще запряталось. А, просто пустые энтеры. Итого. О, это что у нас? Так, мы это удалим. Назначим Black. Есть RGB. ЦМИК. Это мы удалим и сделаем белым. Назначаем белое. Все. У нас не осталось ЦМИКа. У нас сделана таблица, которую примет, в принципе, любая типография. А4 формат. 10 отступы. Это, конечно, немножко
вниз идет. Я не думаю, что это как-то принципиально для этого всего. Ну, все. Урок закончен. Всем спасибо. Сделать PDF. Делаем PDF. Нажимаем Ctrl-E. Выбираем название Price. Что, кстати, ни разу не сохранился. Надо было сразу сохранить. Price. Выбираем PDF. Сохранить. Особых предпочтений тут нету. Картинок нету. Поэтому оно все тут векторно. Шрифт берем Myriad Pro. Отобразится, поймется на всех устройствах, где есть Illustrator, InDesign или Adobe какая-то коллекшн. Marks and Blitz нам не надо, у нас пустые поля. Output. То есть, ну, как обычная отправка. Окей. Посмотрим. На PDF. Acrobat Pro. Print Production. Output Preview. Смотрим. Отключаем, допустим, черный цвет. У нас черного совмещенного нету. Все хорошо. Overprint уже у нас поставился. Не знаю, что это такое, наверное. А, серенький, понятно. Все понятно. Все понятно. Все, можем отправлять нашему заказчику на печать. Пусть утверждает и печатает. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, задавайте комментарии. Если хотите, чтобы что-то показал, пишите тоже в комментариях. Потому что своего ума нету, что вам показывать. Надеюсь, этот урок вам поможет в будущем. Всем спасибо. Пока.